Здравствуйте, зрители, здравствуйте, подписчики. Посылка от зрителя моего канала, от подписчика. Солнечный город Одесса, Жильцов Вадим, давно уже прислал мне посылку. Ремкомплект на ремонт моего телетеста ЛАСПИ. А я все никак не соберусь даже ее распаковать. Распаковываем. Кто не помнит, я напомню. Я в одном из роликов показывал свой вот такой замечательный прибор. И он у меня вышел когда-то из строя. Вышла из строя сетевая обмотка силового трансформатора. И я такого трансформатора нигде не нашел. Пробовал я переделывать на два источника питания. Ну, что-то у меня не вышло. И так я его и забросил. И вот Вадим увидел мои такие проблемы. И сказал, что у него есть устройство, где используется трансформатор от такого телетеста ЛАСПИ. И его оттуда, скорее всего, можно забрать и отремонтировать этот телетест. Так что вот здесь в посылке какое-то устройство, сделанное на основе этого трансформатора. Концерн Муссон, прибор сервисный телевизионный тестовый ЛАСПИ ТТ-03, руководство по эксплуатации, город Севастополь. Есть у меня и схемы, есть у меня описание. Надо заниматься. Заглядываем. Вот. Вот, что это такое? Корпус, смотрите. Вот какой-то блок питания очень интересный. Вот это да. Это какая-то радиолюбительская конструкция. Но уже никому, видимо, не нужна. И вот он, трансформатор. Такой или не такой? Оказывается, вот что можно сделать с телетестом ЛАСПИ. Или с его запчастями. 20 вольт до 1 ампера. Я так понял, от 0 до 20, да? 20 вольт еще. И до 10 ампер. Может, стоит запустить этот блок питания. Или трансформатор у него изъять для моих нужд. А туда приспособить какой-то другой. Здесь стоит мощный импульсный блок питания. Вот его плата. Написано 2014 год и 120 ватт. Ну, не 10 ампер, чуть поменьше. Но очень даже может быть он рабочий. С него запитывается вот эта вот плата. Что это такое? Не знаю, не собирал, не знаком. Надо включать и проверять. Вот, собственно, сам трансформатор. Две вторичных обмотки. Смотрите, как элегантно на одной из обмоток сделан диодный мост. И также он сделан и на другой вторичной обмоточке. Сетевая обмотка. Два измерителя с AliExpress. Вот как можно сделать лабораторный блок питания. Чья-то творческая работа. Еще одна плата, готовая, видимо, с AliExpress. Не знаю, не собирал я на такой плате ничего. Кто там у нас конструирует блоки питания регулярно? Подскажите, что за модули? Выставил все регуляторы на максимум. Имеем 18 вольт примерно, а на втором 16,4. Да жаль вам мать! Рабочий блок питания, можно, конечно, попробовать собрать его, допустим, в другой корпус и применить другой трансформатор, так как очень уж хочется свой телетест ЛАСПИ отремонтировать. Спасибо, Вадим, интересная штука. Использован корпус от телетеста ЛАСПИ. Вот это один блок питания, вот это второй блок питания, сетевой шнур. Вот там сбоку маркировка на трансформаторе. Точно, друзья, это он. Вот его маркировочка в моем телетесте. Вот так он здесь он стоит. Очень компактный сетевой трансформатор.
проверим работоспособность блока питания. Вот этот с правой стороны — это мощный блок питания, а с левой стороны маломощный. Вот такая галогеновая автомобильная лампа. И давайте подключим, посмотрим. 4,5 ампера держит четко. Так, это одна спираль. А вот это вот вторая спираль, 5 ампер, держит чудесно, отлично. Можно взять другой корпус, можно окультурить, и будет хороший импульсный блок питания. А теперь индикатор слева и проводочки потоньше. Подключаю эту же лампу. Смотрите, как упало напряжение. Не держит, конечно же, не держит. Это маломощный блок питания. Вадим сомневался, работает ли. Говорил, что я уже забыл. Возможно, даже неисправен. Как видишь, Вадим, блок питания исправен. Работает. Теперь можно это все окультурить. Трансформатор заберу. А модули, конечно же, использую для создания какого-нибудь другого блока питания. Живая начиночка. Живая, собрана-то хорошо, ничего не отвалилось, светится внутри светодиодами. Интересно? Спасибо солнечной Одессе от Полтавы. Было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я думаю, мы еще много рассмотрим с вами разных интересных радиолюбительских устройств.